Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои покупочки из магазина FixPress. Их было совсем немного. Почему-то магазин, в который я ходила, был совершенно пустой, можно сказать. Но зато купила все по списку. Почти ничего лишнего. Так, купила вот такие вот бумажные полотенца. Хотела взять другие по 77, которые оранжевые, но они там далеко на полке стояли, в общем, не смогла дотянуться, поэтому решила, что особо разницы нету. Взяла там, конечно, побольше, там 40 метров, здесь 30, по-моему. В принципе, пойдет и это. Здесь 55 рублей эти стоили. Поэтому нормально. Так, дальше купила вот такие вот влажные полотенца. Очень удобные, большой размер, хорошо пропитанный. Мне нравится ими вытирать шкаф-купе внутри, вот пол, там рельсы вот эти вот, потому что очень много пыли там скапливается. И удобнее пользоваться салфетками влажными, вытер, и не надо никакие тряпочки потом стирать. Классные. Ну и так, в принципе, тоже пользоваться очень удобно. Хорошо они пропитаны. Так, дальше купила вот такую вот алмазную мозаику. Но они давно уже продаются, просто у меня именно вот с виноградом не было, остальные все были. Очень она мне нравится по качеству. 77 рублей. Хорошая мозаика такая, мало бракованных вот этих вот штучек. Ну, иногда так вечер занять, хочется что-то такое повытворять. Хорошие наборы, вообще нравятся мне FixPress. Так, еще я взяла батарейки. Хотела алкалиновые взять, но были только вот такие вот. Ой, алкалиновые, говорю, солевые хотела все взять. Только мизинчиковые были, а пальчиковые пришлось взять алкалиновые. Ну ладно, тут что-то все батарейки дома позакончились. Даже вот батареек, я говорю, там несколько штук всего висело, что вообще... До того скудный выбор. Про новинки я вообще молчу. Так, еще я взяла вот такую вот масочку. Тоже это в нашем FixPress я уже говорила. Там неудобно выбирать, мы что за спинами кассиров. А тут они в этом магазине, они отдельно висели. Решила взять вот такую вот корейскую. 55, наверное, рублей она стоила. Я тут баллы списывала, поэтому не очень понятно. Понравилась упаковка. Ну так, баловство, в общем. И взяла еще зажигалку. Очень удобная зажигалка. Я недавно покупала, но мы ее сломали, поэтому взяла новую. Так, и что-то тут из еды. Тоже ничего такого интересного не было. Взяла лепешки вот такие вот, пшеничные, оригинальные. Пусть будут, иногда что-то приготовить. Там с колбасой, с сыром можно, типа пиццы. Положу. Ну, пока в запасике. Так, и взяла еще вот такие вот орешки. Арахис в скорлупе жареный, 250 грамм. Давно не брала. Хотела в шоколаде арахис взять, но уже что-то давно я его в FixPress не вижу. В зеленых пакетиках. Помните, раньше все время покупали. Вот. Но как-то ничего не было. Был только такой соленый. И не буду их в кадр ложить эти. И взяла еще вот такие вот конфетки. Были двух видов. В голубой пачке с белой глазурью. Это у нас мультизлаковые конфеты. Мне понравились вот такие вот. Сейчас как-то мода, что ли, на них пошла. И вот развесные меня там на работе женщина тоже угощала со всякими добавками интересными. Так, сколько же здесь грамм? 150 грамм. Так, ну и, кажется, все. С FixPress'ом, да. Сейчас покажу чек. Ну, тут можно только так, прибавить. Догадаться, что сколько стоит. Ну, лепешка, по-моему, 51 рубль. Арахис тоже. Полотенце, скорее всего, 55. Конфеты, наверное, тоже 55. А, влажные полотенца 77. Батарейки одни 50. Один, наверное, другие 55.
Так, алмазная вышивка 77. Зажигалка 55. Почему-то, смотрите, без скидки пробилась. И маска для лица 44. Ну, тоже, наверное, 55 рублей. Вот. Ну, давайте тогда, раз покупок мало было, я еще заходила в Магнит Косметик. И там тоже некоторые покупочки приобрела. Кстати, вот такой вот гель я взяла. В Магнит Косметик сегодня 15 число, была скидка 20%, поэтому я решила зайти, посмотреть что-нибудь интересненькое. Кстати, вот такой вот гель детский, тоже я видела в обзоре полочек фикс прайсом. Ну, кстати, и забыла про него. Тут Магнит Косметик, смотрю, 109 рублей, ну, минус скидка, он вышел 87,20. Взяла, потому что очень люблю банан в косметике, ну и плюс миньон. Тоже обожаю этих человечков. Аромат такой сладкого спелого банана. Вот, не буду я ждать, пока фикс прайс. В наш так вообще, наверное, фиг когда привезут. Решила взять. Плюс была там тоже вот такая вот маска по 87 рублей, по-моему. А, 79. Да. 79 рублей она по скидке шла. У нее там больше, по-моему, скидка 33% была. Пузырьковая. Была с древесным углем и с вулканическим пеплом. Я взяла. Также еще были другие маски от Skin Light. Ну, обычные тканевые. Вообще по 39 рублей. Но я не стала набирать, потому что я не очень люблю тканевые маски так вот изредка. Тем более взяла в фикс-прайсе уже. Вот. Такую маску я пробовала, но я не знаю, то ли я или именно такую, или с углем. Ну, мне кажется, там разницы особо, наверное, не будет. Так, также стоял стенд Магнит Косметик с чаями Кертис. Много, ну, немного, видов 8, наверное, там было всяких разных. В основном зеленые. Хотелось, конечно, все попробовать, потому что я никакие из тех, что представлены были, не пробовала. Но черные были только с ягодами и с лимоном. Взяла одну по 59,90, по-моему, да. Попробуем. Ну, через упаковку гостей. И последнее, что я купила, это были два ароматика от Брокарт. Насмотрелась я, в общем, обзоров у Ирины Бекман. Ир, привет тебе, если смотришь. И решила обратить внимание. Магнит Косметик. Было всего два вида. Тестеров не было. Ну, в общем, по описанию я посмотрела и не смогла выбрать. Поэтому взяла оба. Даже без скидки они стоили по 169 рублей. 35 миллилитров, а за скидкой вообще мне обошлись 135 рублей. Вот, кстати, чек давайте сразу покажу и будем распечатывать и смотреть. Так, вот. 135,20 это вообще, можно сказать, ни о чем. Так, давайте начнем с вот этого. Тай смузи фрутиссимо. Ой, что-то я тут с ножиком вылезла в кадр. Дело распечатывать. Такая приятная коробочка, как шершавая такая. В общем, описание тут, конечно, вообще слюной захлебнуться можно. Ой, какая прелесть! Боже мой, боже мой. Так, коллекция Фрутиссимо. Это ароматы чистого удовольствия. Солнечные цитрусы, сладкие лесные ягоды, душистые яблоки и груши. Ну, в общем, именно вот про этот аромат, что здесь написано. Вкус сок ананаса, кокосовое молоко, взбитый воздушный коктейль. Сверху долька апельсина и ломтик медового манго. Яркий, но легкий аромат тайского смузи мгновенно переносит за тысячи километров к согревающему золоту солнца, освежающей синеве моря, беззаботной белизне песчаного пляжа. Капля белого рома придает аромату пикантности, тростниковый сахар добавляет нежный карамельной сладости. Я уже вся в слюнях. Так, в принципе, думаю, лето еще не кончилось. 35 миллилитров. Ой, вкусняшка. Вот правда. Я чувствую здесь кокос, манго. Ой, ну очень приятный такой сладкий аромат. Тропический. Здорово.
Здорово, здорово. Так, и второй Crazy Tropic. Я сначала на него позарилась, ну, потом решила помелочиться по такой цене. Можно взять оба. Жалко, конечно, что тестеров там не было. Я даже коробочки не буду выбрасывать, хотя я обычно коробки всегда выбрасываю. Ну, это, наверное, такой же, но оранжевый будет. Вот желтенький. Ну, прелесть какая. Не знаю, конечно, как они по стойкости. Но, скорее всего, не очень-то они будут стойкие. Но этот прям сладкий. Так, а это у нас Crazy Tropic. Тропический коктейль из самых ярких и сочных фруктов. Ананас, манго, персик и багровый драгонфрукт включают лето на полную громкость. Хрустящий колотый лед приносит свежесть и ощущение простора. Яблоки и смородина добавляют освежающую кислинку. В последних глотках коктейля тягучая нежность пралине и тонкий аромат фрезии. О, боже мой. Что только не понапишут. Это ж надо такую вкусноту написать. Ой. Этот уже, да, более такой сочный. Ну, тоже. И, кстати, чувствую нотку спирта. А так, ну, тоже такой яркий, тропический ананас очень чувствуется. Ну, классно. Ой, вообще не жалею ни разу, что купила за такую цену. Хотя как-то привыкла только в Эйвоне брать ароматы. Ну, что уж тут говорить. За такую цену грех было не купить. Так, ну все, вот это вот были все мои покупки. Кстати, обещала я девчонкам снять про свои ароматы. Видео скоро будет, наверное, на днях. Так что ждите. И вот как раз будет украшение моей коллекции. Мини-коллекции, если так можно назвать. Вот. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.